Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.Info, а перед нами Nokia 1.4, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе очистить память всякого мусора и ненужных файлов. Для этого мы заходим в приложение, которое называется Files, которое по умолчанию предустановлено на наш телефон. Слева снизу нажимаем Clean или же Очистка, и здесь у нас есть много предложений по очистке нашей памяти. Тут нам телефон предложит удалить ненужные файлы, также удалить большие приложения, удалить фото, которые телефон считает неудачными, удалить приложения, которыми мы не пользуемся, и так дальше. Тут у нас есть довольно-таки много разных предложений на любой вкус. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и всего хорошего. До свидания.